Я всех приветствую. Значит, смотрим дальше, что там спавнится в меченках и сколько это в итоге стоит. Если вытаскивать из меченных комнат вообще все, что там спавнится. На этот раз я открою меченку в заброшенном заводе на улицах Таркова. 10 открытий. После того, как я вынесу все, что было в комнате, я это продам. Что смогу, унесу на рынок, что на рынок не уносится, продам торговцам. Цена за целый ключ на барахолке начинается от 15 миллионов. Хочу сразу сказать, что вся эта проверка будет в ПВЕ. Стоит ли ключ своих денег или нет, ты узнаешь в конце, а сейчас пошли открывать меченку.
Итак, как и с ключом от Меченки на чеканной 13, лутом забилось почти два вещевых кейса. Только как и в прошлый раз, качество лута такое себе. Из самого дорогого, что я вытащил, это СА-58, картридер, ключница, три инъекторницы, тайга и один патронный кейс. Все остальное просто мусор. 417 тысяч – это сумма, которая получилась на продаже лута торговцам. Тот самый лут, который нельзя продать на барахолке. А вот сумма, которую я заработал с продажи остального лута на рынке. $6,500,000. 6 лямов с половиной принес ключ стоимостью в 15 миллионов. Еще раз напомню, я вынес вообще все, что спавнилось в комнате. Брал даже то, что лежало в кейсах. Если тебе интересно мое мнение, то я вообще не вижу смысла бегать и лутать заброшку. Самым лучшим вариком будет выполнить квест в этой меченке, если ты его еще не сделал, и слить ключ на рынке. На этом все. Спасибо, что смотрел. Удачи в рейдах. До связи.